той своей архитектурой, которая есть, ну, ее именно колоритом подвести, да, до тех подходов, которые вы отразили в своих проектах предложений. Спасибо. Так, ну что, здесь заканчиваем? Обе стороны до Октябрьской, да? Поэтому вы завтра готовы уже дорожку эту сделать, как секретно сделать туда, до Октябрьской. Нижний слой, да? Ну, вы рано. Что хотел бы сказать? Учитывая, что есть расчет по времени, и с учетом того, что все-таки у нас риски очень большие по ситуации, погодным условиям. Если мы будем такими темпами работать, мы не сделаем. Поэтому мы должны выйти, вот расчет есть, 1500, вы сказали, квадратных метров, да? 1500, 1500 или больше мы должны делать. Вот низ должен быть 1500, не 500 квадратных метров, а 1500. Только тогда мы можем решить эту задачу. Поэтому и вас, Валерий Николаевич, и Игорь Иванович, и вас прошу совершенно поменять подход, потому что текущий момент, если мы такими темпами будем двигаться, пока я не вижу, что мы это решим задачу. Но мы ее обязаны решить. Чтобы потом не ссылались ни на погоду, отсутствие каких-то материалов, вот этого быть не должно. Поэтому надо садиться, все возможности потенциально рассчитать физические и профессиональные, какие у нас есть на территории города Саратова и Саратовской области, как это мы делали по мосту товарищ Чуриков, как это мы делали по подходу по Волоховскому мосту. И только такими усилиями мы можем этот вопрос сдвинуть с места. А пока он у нас в начале пути. Пока в начале пути. Поэтому я сегодня вас критикую самым жестким таким образом. И с завтрашнего дня уже мы будем с вами по-другому разговаривать, потому что так не пойдет. Я просил бы поменять отношения. Спасибо.